Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Не обещайте человеку с гласной «и» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Расположенность к Лене у этого имени и созерцательность затрудняет поиск своего жизненного предназначения. Букве «А» свойственна сила и лидерство для этого имени. Любопытство, иногда чрезмерная пронырливость, присущи этому человеку. Многие владельцы этого имени уже научились правильно проектировать и менять свою жизнь по их усмотрению. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Буква «С» в имени говорит прежде всего о стремлении к стабильности и материальной обеспеченности. Способность хорошо овладеть языком в устной речи и на письме. Окружающие уважают этих людей, постоянно к ним прислушиваются, ценят их мнение. Слово человека с этим именем ценится и стоит дорого. Но не стоит забывать, что дружеские отношения с этой личностью просто опасны. Жизнь сулит таким людям много испытаний, но врожденный здравый смысл и позитивный настрой помогают им довольно легко переживать невзгоды. Эти люди имеют способность видеть людей насквозь. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Буква «Л» в нашем восприятии вызывает неоднозначные ассоциации. Буква «С» в этом имени означает здравый смысл. Носителю этого имени свойственна самостоятельность и объективность. Эти качества для жизни хороши, даже очень нужны. Иногда эти люди боятся обидеть интересы других, что идет вразрез с их собственными позициями. Такая деликатность и податливость может помешать достичь нереальных высот. Обладатель имени иногда бывает бестактен, легко идет на конфликт. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.